Здравствуйте, с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нежалова. Чудом уцелел. Сегодня днем в Нарьян-Маре 7-летний ребенок попал под колеса малолитражки. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Достать ребенка из-под колес водителю помогли прохожие, которые подняли автомобиль. Сейчас первоклассник находится в Ненецкой окружной больнице. Все произошло здесь, напротив торгового центра. 7-летний мальчуган перебегал дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что пешеходный переход находился в поле зрения. Выбежав на проезжую часть, мальчик споткнулся и упал под движущийся автомобиль. Значит, сегодня по улице Рабочей, в районе дома номер 7, около 13 часов, малолетний ребенок, мальчик, перебегая проезжую часть, попал под колеса движущегося автомобиля. В результате наезда ребенок был доставлен скорой медицинской помощью в Ненецкую окружную больницу. В настоящее время проводится проверка. Как объясняет сам водитель, правила дорожного движения он не нарушал и ехал со скоростью не более 40 км в час. Ребенок появился неожиданно. Водитель хоть и испугался, но все же успел среагировать, а также оказать необходимую помощь пострадавшему мальчику. Ребенок живой, все, мы провели все там меры, чтобы он нормально себя чувствовал, там никаких переломов вроде как видимых не было, то есть сразу же подбежали мужчины, помогли машину поднять и вытащили ребенка. Ребенку не давали вставать, в принципе, и ждали скорой. Спецслужбы приехали оперативно, буквально в течение 4 минут. Кроме того, водитель вместе с очевидцами нашли в портфеле мальчика дневник и уведомили о произошедшем маму. Сейчас мальчик находится в Ненецкой окружной больнице. По словам врачей, он находится в средне-тяжелом состоянии. Ребенок обследовался, там костно-травматических повреждений нет, там есть сотрясение головного мозга и подозрение на повреждение внутренних органов. Он сейчас операционно отправляется на диагностику. По данному происшествию в настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будут приняты процессуальные решения. Елена Семеновичева, Владислав Носкин, телеканал «Север».